Торжественная церемония вручения первых паспортов жителям Ленинского округа, достигшим 14-летнего возраста, уже стала доброй традицией. Проводится она в администрации муниципалитета. Черной ручкой, вот в этой строчке, полностью нужно поместить фамилию, имя, отчество. Перед тем, как получить свой первый взрослый документ, ребятам нужно соблюсти необходимые формальности. В этом им помогает специалист центра «Мои документы». Перед вручением паспортов к собравшимся обратился глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Нельзя считать, что от вас ничего не зависит. Зависит. И зависит и здесь, и сейчас те же самые успехи в вашей учебе. Кто-то спортом занимается, кто-то, может быть, каким-то образом еще подтягивает свои таланты в том или ином направлении. Это то, что должно остаться с вами на годы, на десятилетия, то, что должно помочь вам стать успешными, сильными, умными. Вместе с паспортами молодым людям вручили памятные подарки. Чтобы разделить торжественные минуты, с ребятами на церемонию пришли родственники. Ведь для каждой семьи получение первого паспорта ребенком – важная веха. Традиционно завершилась церемония общей фотографии у здания администрации округа.